Здравствуйте. Тема урока у нас укрепление здоровья за счет двигательной активности. Ну, вначале нам нужно обязательно размять, мышцы подготовить. Самое главное, количество повторений упражнений можно делать по-любому, как вы хотите. Хотите побольше разогреться, делайте побольше повторений. Хотите поменьше, значит поменьше. Начинаем общеразвивающие упражнения. Повороты головы вправо и влево, стараемся подбородком задеть до плеча, а не плечом до подбородка. Упражнение начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Исходное положение. Правая рука вверху, левая внизу. Разминаем плечи. Отведение прямых рук назад. Поочередно правой и левой рукой. Упражнение начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Исходное положение. Основная стойка. Круговые движения руками вперед и назад. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Мышцы плеч мы с вами размяли. Теперь можно заняться туловищем. Ноги на ширине плеч. Руки согнуты в локтях. Повороты вправо и влево. Два раза вправо, два раза влево. Исходное положение принять. Повороты начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Широкая стойка. Левая рука на поясе, правая вверху. Наклоны. Два вправо, два влево. Исходное положение принять. Упражнение начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Широкая стойка. Наклоны к правой ноге, к полу, к левой ноге. Исходное положение. Упражнение начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Исходное положение. Основная стойка. На счет раз выпад на правую. Два исходное положение. Три выпад на левую. Четыре исходное положение. Упражнение начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Ноги шире плеч. Наклон на 90 градусов. Левая рука должна доставать в правую ногу. Правая рука в левую. Исходное положение принять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Ноги вместе. Основная стойка. На счет раз, два, три, наклоны вперед. На счет четыре, исходное положение. Ноги в коленях, желательно не сгибать. Упражнение начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, стой. Следующее упражнение. Выпад на левую, правую, сбоку прямая. Перекаты. Ну, в сторону можно без счета, в другую. Все, растянулись. Мы готовы. Ну что, разминочка у нас прошла. Теперь я хочу напомнить или даже научить правильные техники высокого старта. У многих ошибки, особенно когда на уроках встречаются, вы неправильно делаете старт, и поэтому скорость, соответственно, маленькая. Начнем с чего? Самое главное, перед тем, как становитесь на старт, ждете команды своей очереди, вы должны стоять метр от линии. Представьте, что это воображаемая линия. По команде на старт только тогда вы подходите
и становитесь возле линии. На нее наступать нельзя ни в коем случае. Если вы правша, вам удобно левую ногу поставить. Если вы левша, то наоборот правую. Но с другой стороны, как вам удобно, так и ставьте ноги, потому что бежать вам. Итак, еще раз повторим. Метр от линии. Команда на старт. Вы подошли, стали, ждете следующей команды. Следующая команда у нас, внимание. Вы наклоняетесь вперед на градусов 70, чтобы были вверху. Левая рука у вас назад уходит, правая вперед, согнутая в локтях. Вот эту мышцу бедра нужно нагрузить, чтобы она немножко была нагружена, чтобы старт получился. Еще раз напоминаю, команда на старт, вы встали, ждете команды внимания. Звучит команда внимания, приравняете удобную для бега положение. Если показывать наоборот, то у нас левша, то он будет с точностью до наоборот. Вот такое вот положение у вас. И у нас финальная команда, команда марш. Вот тогда вы должны со всей силы ускориться вперед. Но в домашних условиях это немножко опасно, поэтому как бы один-два шага делайте, но не больше. Следите внимательно, чтобы не было травм, чтобы не было рядом столов, стульев, табуреток. Свободное пространство. Так, теперь все попробуем сделать вместе. Команда на старт. Внимание. Марш и побежали. Наклоненное положение сохраняйте до такой степени, пока вы не разгонитесь. Потом вы можете выравниваться и бежать. Это когда уже попробуйте на улице. Так, ну вроде самые главные ошибки я объяснил. Обязательно техника безопасности должна быть у вас, очень аккуратно. И самое главное, чтобы вы не сами себе говорили команду, есть там сестры, братья, папы, мамы, пускай они вам поговорят, команды на старт, внимание и марш. Вот вроде бы все, до свидания, спасибо за внимание.